Всем привет! Сегодня я буду готовить шашлык из куриного филе на гриле. Для приготовления мне понадобится куриное филе, лук репчатый, приправа для курицы, кунжут, черный молотый перец, соль, масло растительное и шпажки. Куриное филе нарезаю средними кусочками. Кольцами нарезаю репчатый лук. Лук добавляю к куриному филе. Слегка его пожму, для того, чтобы он дал сок. Поперчу. Посолю. Добавляю приправу для курицы. Все перемешаю. Я решила добавить еще вкусной соли. Накрою пищевой пленкой и уберу в холодильник на 1 час. Через час добавляю растительное масло, кунжут, перемешиваем. Теперь нанизываю мясо на шпажки. Включаю гриль, выбираю режим курица, разогреваю его. Гриль разогрелся. Раскладываю мясо. Шашлык готов. На приготовление у меня ушло 18 минут.